это не утро, а сказка, настоящая фэри-тейл, если угодно. В этот момент должны были вздрогнуть поклонники сладкоголосого белорусско-норвежского исполнителя. Как долго я его ждала. Не ты одна. Встречай своего рыбака. Сегодня у нас в гостях Александр Рыбак. Доброе утро, или гуморн, как говорят. Гуморген. Ну, будем говорить по-русски. По-русски. Ну, Саш, ну, мы знаем, что сейчас вы в Москву приехали по очень хорошему, важному поводу на юбилей Александры Пахмутовой. Да. А что вы там играть будете? Я буду петь «Старый клен». А может, напоете сейчас чуть-чуть? Старый клен, старый клен стучит в стекло. Приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? Потому что ты идешь по переулку. Прекрасно. Александр, спасибо, ну наверняка жизнь изменилась после Евровидения, после победы. Вас знают все. Абсолютно. Вы лицо норвежского туризма в России. Фэритейл откуда только не звучит. Но вас не огорчает, что вас узнают только по этой песне? Называется хит. Да, безусловно. Это же самая большая мечта композитора, что написать хит. А исполнителя? Получается, исполнил самая большая мечта ваша? Да. Да? Как эстрадный артист, да. Я не думаю, что больше будет, что еще больше популярность будет, чем сейчас. На самом деле у Саши очень много красивых песен. Я слушал ваш альбом «Dolphin», да. «Funny Little World», да? Ну да, «13 такие... лошадей». Очень милые баллады, лирические песенки. Тебе, да? В России обсуждают еще одну песню «Abandoned». Да. Так? И построена на русской. Потому что похоже на песню из культового фильма. Это есть, это она песня. Есть, «Доживем до понедельника». У нас пытались из этого раздуть скандал. Вам какие-то претензии предъявляли? Чем эта история закончилась? Это просто песня, которая на обложке... вот это, да. В Норвегии на обложке стоит, что это русская песня, перевод на английский язык. Вам нравятся песни тех лет? Ну, да. Это «Клеоны», ну, да. И это «Журавли». Я надеюсь, что им наоборот приятно. Что... Нет, нам всем приятно. Вот я ехал в машине, слушал, думаю, боже мой, откуда он знает эту песню? Он же тогда еще не родился. Так как раз я только и знаю старые фильмы, старые песни русские, потому что я же уехал из Белоруссии, когда мне было 5 лет. В 91-м году. И так что единственное, что я знаю из русской культуры, это все, что мама и папа мне показывали уже в Норвегии. Тогда уехал, а сейчас уже практически вернулся. Вы так можно часто, сказать. Да, вы так часто бываете в Москве, уже не хочется где-то здесь в России купить, может быть, дом? Мне нравятся отели, гостиницы эти. А приехать сюда жить, может быть, на какое-то Настя время? Настя хочет, чтобы вы здесь жили всегда теперь. Очень приятно. Саш, мы вас застали перед тем, как вы пришли к нам в студию. Ага. За завтраком вы ели пельмени, вы уж извините, мы просто в курсе. Но человек любит плячу. Да, мы слышали, что вы, когда сюда приезжаете, всегда заказываете пельмени. Что мама не готовит там? Она же тоже, наверное, умеет. В Москве? Да нет, там, где вы живете, в Норвегии. Ну, в Москве есть, нет, в Норвегии есть уже другая еда, так что именно когда я в России, так тогда я хочу по-настоящему русские пельмени есть. А там у нас уже все, мы говорим. Почти ничего русской кухни там уже не осталось. Понятно. У нас. И мама не готовит дома ничего. Иногда колдуны, но это белорусское блюдо. Да. Мне очень нравится. А так, мы тако, пицца, все такое скандинавское. Настя, вот все хотела спросить, и наверное, вот не решается. Хотела. Вот все говорят, что... Вы представляете, каково сейчас вот многим девушкам, которые с ума сходят, действительно сходят с ума во всех мобильных телефонах, у многих закладка в книжках, ваши фотографии. Угу. И вдруг узнают, что, кажется, у вас девушка появилась. Это правда все? Не разочаровывайте девушек и Настю. Ну, кто-то говорят, что есть девушка, кто-то говорят, что нет. А вы что скажете? Я не знаю, кому верить. У меня иногда есть.
Александр, неожиданно. Так что, не, ну, мечта, конечно, найти девушку, которая тоже... жизнь, наверное. Ну, и тоже музыкант. Чтобы музыкант был, а почему? Ну, чтобы не такая, как Fairy Tail, чтобы с ней не ссориться, чтобы дружить. Самое лучшее не ссориться, но самое главное, чтобы мы могли, если еще продолжать эту эстрадную жизнь, чтобы, может быть, с ней можно было гастролировать. Ну, сыграйте что-нибудь, Саш, пожалуйста, с утра. Ну, что сыграть? Вот с утра. Вы представляете, сейчас люди проснулись в 5-6 Александр, 7 утра. Что-нибудь из Грига, пожалуйста. Сыграть, типа, или спеть? Сыграть, да? Спеть и сыграть, если у вас... Спеть и сыграть, и станцевать. Мы не настаиваем. Вот как по ощущениям? Ну, давайте норвежское тогда. Каким должно быть утро у людей? Да, там еще много разных. А это правда. Вот такие пригороды в Норвегии. Спасибо, Александр. Ну что делать? Надо вас отпускать, а не хотим. Еще приеду. Приезжайте. Пообещали? Приезжайте. Спасибо. С удовольствием. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Удачи. Хорошего дня вам. Удачи. Вам тоже.